Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть драконы в всадники Олуха. Так, 25 рун я получаю за третий день захода в игру. Ну-ка, посмотрим. Беззубик. Понятно. Принес мне рыбу. Ого, ничего себе. Такого яйца я еще не видел. Здесь у нас что? Так, подготовка, размещение охотников. Один день всего лишь будет доступно. Так, ну а мы, как обычно, вначале соберем все наши ресурсы. Соберем, всех отправим. Здесь у нас что? Тусклый янтарь выпадает. Так, пускай эти летят все бармоты. Яйцо. Давай-ка в лес, бесплатно. Полетела Громгильда. Кривоклык, ты мне что принесешь? Тусклый интель, наверное, да? Понятно. Так, заберите яйца, опять же, бесплатно. Барсик. О, блин, прикинь, 300 железа. Я хочу, чтобы выпало мне 300 железа. Я хочу, чтобы выпало мне 300 железа. Ну, дай. Да, конечно, ага. Вот, на тебе рун. 12 штук. Блин. 300 железа, ой, как бы они мне были бы кстати, а, ребята. Если бы вы только знали. В клуб. Ничего себе. Сарделька у нас полетела в клуб. Бесплатно причем. Так, секундочку, мы же ищем что с тобой? Детали. Так, вначале давай мы проверим наших драконов. Так, тут чешуйка. Все дела. Так, а ты что мне принес тут? Какую-то печатку, персень, я не знаю, что это такое. Все, теперь, значит. Так, подожди, с этим разберемся чуть попозже. Мы с тобой ищем детали. На смутьяна. А для этого нам нужно, да дофига, что нам нужно. Мы ищем вот эти вот. Лук Одина почему-то недоступен. А почему? Почему мне лук Одина был недоступен, ребят? Интересно. В общем, я запарюсь искать, видимо, эти статуэтки. И не только статуэтки. Да и все остальное. Ты что стоишь-то там у нас? Грустненький такой. Давай, иди на поиски. Так, рыба. Так, давай за древесиной лети. Ты за рыбой. За древесиной. За рыбой. Весночёс, соответственно, за рыбой. Это тоже за рыбой. А эти у нас... Вся эта троечка полетит за деревом. Буйвол лорда отправляем за рыбой. Как-то вот так вот сделаем. Блин, а, у нас древесины дофига. Ну, раз древесины много, значит, нам надо отправлять кого-то на поиски. Например, вот этого. Все, полетел. Ну, что ты мне дашь? Сотка. Спасибо. Не ожидал. Не ожидал от тебя такой наградочки. Ну, вроде бы тут все. Всех распределили. Почти. Допустим. Ну что, давай открывать тогда паки. Соответственно, бесплатные. И рекламные. Так, шторморез, шоп от смерти. Кошмарный престиголов. И что у нас тут? Крылатый ужас. Опа. Опачки, у нас их три. Давай в ангар. И делаем эту. Вознесение. Где они тут? Три крылатых ужаса у нас есть. Блин, они бы хотя бы выводили бы наверх бы тех,
портал Вознесения. Наверх выносили бы тех, которые у нас уже, как говорится, три штуки накоплены. Чтобы вот так вот не рыскать, не искать их. Спасено всего двое. Тут по одному. О! Крылатых ужасов аж... Так, этого, наверное, пока оставим. Раз, два, три. Блин. Вознести. Сто восемьдесят восемь чешуек получил я. Не очень много. Так, давай посмотрим, может быть, кто-то еще у нас есть. Блин, ну 50 рун, конечно, тратить. Такое себе тоже удовольствие, на самом деле. Все по одному, да? Во. Блин. Одного-то штормореза нам нужно оставлять в любом случае. То есть... Да, не годится так, ребят. Получается, что должно быть их 4. Один основной, который у нас добывает, а остальные уже как бы дубликаты, получается. Ну давай, давай, не жмись. Смотрим, что нам тут в наградах выпадает. Праздничные светлячки, 500 штук. Всего их 620. Мало, конечно же, этого мало. Здесь отказываемся и забираем вот эту вот чатку или брошку, я не знаю, что это такое. Редкий пак. Костолом, громоль, кревет, водорез. Я тогда сразу вот этот буду открывать. Редкий тоже. Тут у нас янтарь готов, блестящий. Заказать можно вам? Одну штуку. Подожди-ка, я же здесь рекламный пак еще не брал. Монетки Одина. И сам загадочный пак. Шторморез, древоруб, беззубик. Беззубик самый первый дракон, который у нас появился. И самый, блин, медленно прокачиваемый. Вот что я хочу сказать тебе. Ну что, вроде бы тут пока мы все собрали. Даже вроде бы как всех отправили. Нет, вот этот у нас почему-то стоит, дуркует, ладно, фиг с ним. Ну что, пойдем на события, получается. Надо еще глянуть, коротенькое ли это событие. Да, ребята, оно коротенькое, буквально на одну заходочку. И это меня радует. Плюс еще тут мы с тобой получим 100 рун. И набор плеваки. Что тоже очень приятно радует. Я все жду, когда там выпадут нам руны. Так, две волны будет, да, получается? Две волны. Бомби. Кусай. Уничтожай. Последняя волна. Здесь уже их двое. Так, крылатый ужас. Дебаф. Ну что там будешь делать? Понятно. Ничего такого, да? Существенного. Я, наверное, пробивной сделаю и... Ну, укусом вряд ли мы его, конечно, сейчас уничтожим. А нет, смотри, скрыто. Круто. Ну что, крутим колесо, и выпадает нам древесина. Древесины, причем очень мало. Надо же, уже пак, это новичков. Шторморез, душитель, шепот смерти. А дальше у нас получается загадочный пак. Потом поединок. Ух ты. Душитель нас встречает. Без музыки, без всего, да? Как ты видишь, это опять же у нас Шустрик. Вообще, последние звуки ударов даже исчезли. Ладно, нам не привыкать. А здесь уже их трое. Шустрики плюс Критовик. Вот я уже так сам придумал Критовик. Давай сделаем так. Пробьем. Отлично. Фига себе, а что вы сразу им 5 энергии-то дали? Усиливается.
Усиливается злобный змеевик, поэтому давай, наверное, сделаем так. Плюс через отхил бомбанем. Так, раз-два, они вдвоем будут ходить. Мощно бомбит, конечно. Давай без суперударов своих, а, пожалуйста. Блин, фиг добьешь его, да? Отлично. Ну, с этим остается только распрощаться. И все, ребята, и будет пройден у нас этот этап. Да какой укус-то? Надо было бомбануть по нему лучом, и все. Крутим колесо, и выпадает нам опять древесина. Ладно, что я могу сделать? Загадочный пак. Слушай, ну мы это событие должны быстренько пройти. Загадочный пак автоматически у нас летит на почту. И вот сейчас у нас будет поединок за руны. 100 рун. Это получается у нас будет 7270 рун. Опа. Вот это опасный типок. Его желательно бы сразу уничтожить. А так выглядит красиво, да? Каким-то листиком там переливается, я не пойму. Блин, он страж. Нафиг, мы оставляем его на последнюю очередь. Последнюю очередь. Выжить бы теперь, вот что. Он же сделает массовый атак, ребят. Если я сделаю дебаф, к примеру, да? Плюс укус. Я так и думал, что ему нужно 3 энергии. Твою налево. Ладно, сейчас успеем хильнуться. Чуть-чуть. Опять он, а? Ты посмотри. Блин, я его просто не успею забомбить. И в то же время этих нужно гавриков шоркать. Вот, как говорится, хоть разделись, надо вот этого хилять. Обязательно. Иначе ему кранты будут. Так, это получается 2 энергии, 3. На 3 он может делать массовый, да? Он не стал. Ну что, добью тогда здесь, получается? Сделаю дебаф. Потрать энергию, отлично. Пускай лучше так будет, ребят. Пускай лучше удар этим хвостом, чем, извини меня, массовая атака получить вот этого. Ать, хорошо, мы его пробили с критовки. Ну что, змеевик, все, допшикался, добегался. Причем это последняя волна, так что можно не переживать. Вот и все. Так, вращаем колесо и получаем, да ладно, флот мудрости. Одна штука, правда? Но, тем не менее, одна штука может даже пригодиться. А вот и те самые 100 рун, про которые говорил. И получается у нас 2 поединка. Обычный бой. И, соответственно, босяцкий. А звук так, ребята, не вернулся. Окей. Втроем, да? Это первая волна. Сколько? 2? 2. Блин, ненавижу, когда во всех волнах по 3 противника. Начну, пожалуй-ка, я с шустрых. Именно их мы быстренько разберем. Я надеюсь, этот поганец будет, конечно, тут сейчас воду мне мутить. Надеюсь, у тебя нет никакого суперудара. Так, он усиливается. Он усиливается, мы сделаем с тобой массовую атаку. Интересно, Кривоклык сможет его, успеет пробить? Дай-ка посмотрим. Да, ребята, он успевает, что очень круто. Есть, вторая волна, кто у нас тут? Оу, шепот смеет, блин! Зачем сюда древоруба воткнули? Вот скажи мне, зачем здесь нужен этот древоруб? Блин, противный дракон с своими этими пылающими огоньками. Еще вытворяет. Я думаю, что мы сейчас его добьем. Давай сюда, наверное, пшикнем. Массовая атака. Укус. Будет тратить суперудар. Отлично, он потратил. Древоруб остался с носом. Что для нас очень хорошо. Так, и укус. Этот усиливаться решил. Но мне кажется, что он немножко опоздал с этим делом, потому что ему крышка.
И очередное крутим колесо, в котором нам выпадает опять древесина. 262 миллиона. Окей. Ну, а у нас последний поединок. Это Босяцкий. Давай проверим. Чё, сколько здесь волн? Две волны, наверное, как обычно. Две волны. Вот это мне не нравится, парень. Его надо убрать. Причем здесь у нас даже обычные бойцы. Не полубосики, а самые обычные. Что очень мне приятно радует. Вот меня не радует, что Барсик у меня сейчас отгребать будет по полной программе. Зашибись, да, они делают? Так, Барсик, придется тебя хильнуть. Хочешь ты этого или нет? Что ж такое-то? Ну, пробей ты его, все. Шторморез плюс змеевик. Но мне кажется, это не змеевик, это больше похоже на капкан. Если я, например, не буду сейчас тратиться, а начну с атаки. Просто атаку и уже потом, ребят, через хил восстановить хп. Соответственно, они видишь, что делают? Они бьют по тому, у кого слабое здоровье. То есть в него сейчас будешь, да, атаковать? В Барсика. Это, ребят, прилетело в Барсика. Так, надеюсь, выживем, да? Мне просто нужен еще один хил, и все будет окей. У всех пониженная броня. Замечательно. Зато фулл хп. Ну, а вот у нас и босс. Угу. Чудовище, значит, да, у нас получается здесь. Чудовище, кревет и мелкий, маленький громль. В первую очередь, конечно же, валим кревета. Этому нельзя давать возможность, ребята, усилиться. Если он сделает усиление, тут будет беда просто огромная. И я могу сделать, знаешь что? Слушай, а что если я повешу слепоту? Вот так вот. Пускай он бомбит своего же кореша. Так ему и надо. Мы потихонечку поможем и уже начинаем бомбить сюда. Сейчас он добьет. А мы продолжаем бомбить его. Так, добьешь, интересно? Да. Все, ребят, событие пройдено. Очередное колесо. Получаем рыбу. Опять же, мизер какой-то выдали нам. Ну что, и самый главный приз забираем. Смотрим, что нам выпадет из этого пака. Ну-ка, порадуйте. Ну, вначале загадочный откроем. Шепот смерти, костолом, громобой, защитник. И теперь отсюда. Эх, опять никаких рун нам не выпадет отсюда. Зато сокровище Фафнира выпадает нам. Оно такое маленькое, что... Блин. Что мне даже некуда его поставить. Вот сюда могу влепить. Ну и сокровище, да? Такое малюсенькое. Награда есть. Одна. Ну-ка, что у нас тут? 30 рун. Итого 7335 рун у нас имеется. Так, паки еще пока есть, поэтому я не вижу смысла, ребят, тут крутить, вертеть эту рулетку. Точнее, не рулетку, а идти в поединки. Да, я считаю, что на этом сегодня можно закончить серию. Событий никаких, в ближайшее время никаких событий, ребят, не намечается. Поэтому день-другой у нас есть, как говорится, на отдых. Да. Так, 660 рыбы. Соответственно, я вряд ли смогу отправить кого-то на поиски. Но зато смогу поставить на прокачку. Опа, новая способность. Он, ребята, может теперь искать железо. Этот полетел на тренировку. Иди обучайся. И где-то у нас еще тут должны быть. Вот они.
Иди. Тоже беги на тренировку. Ну и тебя, соответственно, тоже на тренировку отправляем. Это у нас железнозуб, но он у нас обычный. Невеста кривоклыка. Ать, академку нужно расширять. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.